На Орловщине отменен особый противопожарный режим. Он действовал на территории региона почти 2 месяца. В управлении МЧС отметили, что в нашей области с начала года произошло более 3000 пожаров. Это на 15% больше, чем в 2019. Чаще всего спасатели выезжали на ЧП, связанные с горением сухой травы. В чрезвычайном ведомстве добавляют, в основном причина таких происшествий – поджог. Инспекторы Госпошнадзора за нарушение правил пожарной безопасности вот в этот период составили 728 протоколов. Из них 531 протокол – это именно в виде штрафа на сумму чуть более 1,5 миллиона рублей.